рассказывать. Папа, я тебе все расскажу. Да. Когда уж цепевая зона, человеком ничего не происходит. Это нормально. Когда уже зона подвижности, человек не может говорить. Когда уже самая-самая-самая последняя зона, человек может говорить, но не понимает смысл этого. Вот. Это Арактия в докладе рассказал. Да. Молодец. Когда уже самая-самая-самая последняя зона, все, человек начинает опять уметь говорить, но не поднимать смысл. Ну вот, мы не будем ничего рушить, так пусть у нас ничего не рушится в наших головах, правда? Да. Но если вдруг будет какое-то землетрясение... Нет, вряд ли это землетрясение, Лёнька. Тогда порушится первая зона. Лёнька, а почему тебе интересно Арайкины доклады? Тебе про человека все интересно? Тебе интересно прямо Арайкины доклады, Лёнька, да? Это зона подвижности, она явно не разумна. Молодец. Мама, а теперь на горшок и бай-бай. Мама, когда человек, кости вместе с телом человека двигаются благодаря зоне благодаря движения. Благодаря позвоночнику, Ленька. Нет, а еще благодаря зоне движения. Ты брейк-дансит, он зашел, здорово, молодец. Очень хорошо. Еще благодаря зоне движения. Класс, такой робот классный. Можно двигать руками, ногами, головой и животом, притормаживая. И шеей. Лёнка, классно ты двигаешься. Это у нас здоровский робот такой, не могу поверить. Его этюда. Робот Лёва. Его этюда, и не думаю, мать. Вот, моя Лёва такая чудо. Снял, свободен. А видео? Это видео было, да, Лёнка, видео. Теперь пойдём купаться. Покажи мне видео.